Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Джан Яман, принимавший участие в таких постановках, как «Мистер Неправильный», «Ранняя пташка» и обосновавшийся в Италии после окончания сериала, продолжает карьеру за границей. Известная актриса, которая часто оказывается на повестке дня своими репостами и объяснениями в социальных сетях, на этот раз появилась в новостях в знакомой позе. Занимая ту же позицию, что и его мать и отец, сходство Джана Ямана с отцом не осталось незамеченным. Джан Яман, переехавший в Италию после финала сериала «Мистер Неправильный» на канале Fox TV, продолжает карьеру за рубежом. Последняя акция Джана Ямана, ставшая событием с каждым высказыванием и каждым репостом, была полна лайков и комментариев. Джан Яман, который входит в число тех, кто активно пользуется социальными сетями, поделился фотографией своей матери Гульдем и отца Гювена Ямана в своем аккаунте в Instagram. Джан Яман сказал: «Несмотря ни на что, найти улыбающуюся семью очень ценно». Сходство Джана Ямана с отцом не осталось незамеченным. Были высказаны комментарии по поводу актерского состава знаменитого актера, такие как копия отца, тот же отец. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Джан Яман, принимавший участие в таких постановках, как «Мистер Неправильный», «Ранняя пташка» и обосновавшийся в Италии после окончания сериала, продолжает карьеру за границей. Известная актриса, которая часто оказывается на повестке дня своими репостами и объяснениями в социальных сетях, на этот раз появилась в новостях в знакомой позе. Занимая ту же позицию, что и его мать и отец, сходство Джана Ямана с отцом не осталось незамеченным. Джан Яман, переехавший в Италию после финала сериала «Мистер Неправильный» на канале Fox TV, продолжает карьеру за рубежом. Последняя акция Джана Ямана, ставшая событием с каждым высказыванием и каждым репостом, была полна лайков и комментариев. Джан Яман, который входит в число тех, кто активно пользуется социальными сетями, поделился фотографией своей матери Гульдем и отца Гювена Ямана в своем аккаунте в Instagram. Джан Яман сказал: «Несмотря ни на что, найти улыбающуюся семью очень ценно». Сходство Джана Ямана с отцом не осталось незамеченным. Были высказаны комментарии по поводу актерского состава знаменитого актера, такие как копия отца, тот же отец. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.